Всем привет! Добро пожаловать на новый обзор конструктора Лего от интернет-магазина toy.ru и Nike. Легенда Чима в 2015 году пополнились 4 батл-паками. Появились маленькие боевые наборы. Ледяных медведей, львов, саблезубых тигров и крокодилов. В одном из наших прошлых выпусков мы делали обзор на лагерь племени львов. Сейчас мы будем делать обзор на лагерь ледяных медведей. Итак, набор 70-230 «Ледяные медведи». Суровое племя ледяных медведей. Набор состоит из укрепления лагеря и 3 мини-фигурок. В отличие от пусковой установки львов, у ледяных медведей катапульта мобильная. Сама пусковая установка похожа на голову медведя. Черный нос, клыки, рот. Стреляют медведи ледяными дисками, заряжаем катапультом. Активация механизма происходит стандартным методом. Нажатие на штырек. Так как диски разлетаются, производители нам дают целых 3 штуки. Гордость каждого воинского подразделения – это флаг. У ледяных медведей флаг выглядит очень зловеще. Ну а теперь переходим к мини-фигуркам. Ледяные воины во главе с генералом Ассеротом выглядят просто прекрасно. У каждого из них свое уникальное оружие. Также все 3 фигурки имеют разные торсики. Принты очень красивые и качественные. Сами лица фигурок под масками тоже уникальны. Все 3 разные. Но с обратной стороны мы видим также уникальные рисунки. Еще одна деталь, которая обращает на себя внимание, это ледяные части мини-фигурок. 2 воина имеют ледяные ноги, у одного воина ледяной щит, ну а у генерала еще ледяная броня. Ну что ж, вот мы и завершаем наш короткий обзор этого красивого батл-пака. 3 отличные ледяные фигурки катапульта ждут вас. Подробности о наборе вы узнаете, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Ну а на сегодня это все. С вами был интернет-магазин toy.ru и я, Nike. До новых встреч, увидимся. Пока!